Талант – это хорошо, но это может быть и плохо. Если хочешь стать хорошим боксером, ты должен работать на пределе своих возможностей. Если ты не работаешь на этом пределе, то талант тебе ничего не даст. Другие обойдут тебя, потому что упорная работа – это основное. Надо работать так, как будто таланта у тебя вообще нет. Бокс лучше всего отражает то, что происходит в жизни. Когда получаешь нокдаун, ты должен встать. Все в своей жизни так или иначе получают нокдауны. Но надо встать и двигаться дальше, бороться до конца. Из всех черт характера для меня главное – это вера в Бога. Во-вторых, вера в себя. Если ты веришь в Бога, ты научишься верить в себя. И в-третьих, ты должен любить свое дело. Не надо бояться проиграть, потому что если ты боишься этого, то не захочешь драться и использовать шанс, чтобы победить. Поэтому каждый великий победитель – должен принять поражение, чтобы сделать следующий шаг.